В Чебоксарах завершился межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Приволжского федерального округа». В конкурсе на грант федеральной целевой программы «Культура России» приняли участие библиотекари из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Две номинации, два победителя. И ими стали представители Кировской и Пермской областей. Но проект по созданию библиоволонтерского движения «ЛИС» любители интересной сказки, представленный от Чувашской республики, не остался незамеченным. Он получил поощрительный приз как лучший проект по повышению качества библиотечных услуг детям и юношеству. На конкурсе также были отмечены проекты из Республики Мордовия и Самарской области. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.